на медне радость снизошла. Откуда? Откуда бывает радость? С небес, само собой, как случилось. А вот так и случилось. Чудо. Библию читал. Книга такая есть, старинная, толстая. Там такие тайны открываются. Брат ты мой, никакие колдуны их не знают. Даже профессоры всякие не знают. Потому что это книга от Бога. Помолился, и случилось. Просветлело, засветилось. Благодать пришла и вошла прямо в сердце. Ах, благодать. Это, брат ты мой, чудо. Это радость. Хоть пляши, да я бы и сплясал, но стар уже, кости хрустят. Рисковать не стал. Оказывается, Бог есть любовь. Откуда эта новость? Из Библии. Вот книга, так книга. Всем книгам книга. И в ней написано: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Чтобы не погиб, понимаешь? Чтобы имел жизнь вечную. А мы-то и не знали, нас обманывали. Мысли о Боге возникали и раньше, но когда пытался что узнать, всегда говорили, что он грозный. Он всех наказывает и угрожает всех в ад на вечные мучения загнать. А самые злые говорили, что Бога вообще нет, нигде нет. Все вокруг есть, а Бога нет. Потому что, мол, все само собой сотворилось из пыли. Но Бог есть. И он, оказывается, любит свой мир. Это он сотворил всю красоту. И землю, и солнце, и людей. И все растет, и цветет, потому что он для людей сотворил такую красоту. Больше всего Бог любит людей. И вот еще что. Оказывается, Земля хоть и красивая, но это временное жилище. Есть еще такой красоты планеты у Бога, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Даже таких слов нет, чтобы выразить красоту и благость того места, которое он называет «дом Отца». Но, как написано, «не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его». Аж трепет сердца возник. Хочу к Богу, в его светлый чистый дом любви. И он принимает. Всего одно условие. Веровать нужно. Истинно, истинно говорю вам. Верующий в меня имеет жизнь вечную. И я поверил. Вот благодать и снизошла. Спасибо тебе, Бог. Ты действительно любовь. Теперь я знаю точно. И поэтому пою. Давайте вместе, кстати, споем прекрасную песню «В вечных обителях Божьего рая». Божьего рая нас там Спаситель дивный ждет. С радостью на пришельца взирая, ангелы нас встретят у ворот. Нас спасенные у вражин чужих ждут, с торжеством они нас в вечный край. В этой надежде к нему я стремлюсь, чтобы видеть сон его святых. Сретению, то есть к встрече Бога, готовься, спасенный, чтобы не остаться вне дверей, чтобы прославить душой восхищенный день явления царя царей. День явления царя царей.